44-летняя Шарлиз Терон проводит свободное время вместе с детьми, 7-летним Джексоном и 4-летней Августой. Звезда была замечена с наследниками в Западном Голливуде. В перерыве между съемками и промо-компаниями своих новых фильмов Терон старается максимально участвовать в жизни своих детей. Сейчас актрисе помогает ее мама, Герда. Женщина гостит у своей знаменитой дочери и вместе с ней отвозит малышей на их кружки. Августа занимается балетом. Актриса вместе с мамой отвезла девочку в танцевальную студию. С ними был и сын кинозвезды. Для нового выхода в свет Терон выбрала элегантный образ, черный удлиненный жакет и приталенные серебристые брюки. Шарлиз была с минимумом косметики. Она несла в руках вещи детей, которые были одеты практически одинаково. Джексон, как и младшая сестра, надел платье, а сверху накинул разноцветную кофту. Брат и сестра также носят одинаковые прически, длинные африканские косички. После того, как дети остались с бабушкой на танцах, Терон посвятила немного времени себе. Обладательница премии «Оскар» отправилась в любимый тренажерный зал. Шарлиз надела черный спортивный костюм и шапку с помпоном. Артистка приехала сама, отказавшись от услуг частного водителя. Шарлиз призналась, что ее сын трансгендер расстраивается, если к нему обращаются, как к мальчику. Актриса призвала всех называть его девочкой. Звездная семья часто ездит за покупками. Недавно Терон впервые откровенно рассказала о той ночи, когда мать застрелила ее отца-алкоголика. Женщина действовала из соображений самообороны.